Говори быстро! Говорят, церковь Вечного Огня платит за утопцев. Если предоставишь доказательств... Вот головы утопцев. Где моя награда? Держи! И да осветит твой путь вечный огонь! Говори быстро! Я отнес вечный огонь во все часы. Ты лжешь! Зверь все еще преследует! Я же говорил тебе, что это не сработает. Ах да, твоя плата. Должно быть, проклятье сильнее, чем я думал. Нет сомнений, что причина — это ведьма, Абигайл. Она зла... Ты хочешь связаться с этой безбожной шлендрой? Это она натравила на нас зверя и все прочие бед... Возможно. Но все равно я хочу сперва с ней... Мы должны узнать, откуда пришел зверь. Так и сделаю. За 300. Мы бедная община. Могу предложить... Пусть так. До встречи. Ooh.
Как-то раз я ночевал на берегу реки и видел... Ты имеешь в виду утоп? Нет, утоп. Что же тебе? Они крупнее и сильнее, чем плавунов. Где мне? Иногда он появляется на берегу. Столько животных до... Я ничего не знаю, кроме ста... Я сюда. Мои внуки больше всего любят, когда тоже... Да. Да. Больше мне нечего рассказать. Повсюду. Ты что, нелец? Если ищешь Харли... Кав... Да, встань. Вчера плавуны за... Вы бы знали, что я вытворяла в ее возрасте. Надо бы корову подоить. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Ведьмак, мой внук, умирает от чумы. Он ужасно страдает. Ты не проявишь милосердия, не поможешь ему. Что ты имеешь в виду? Говорят, ведьмакам известен рецепт белой чайки, эликсира, способного облегчить страдания. Я хочу, чтобы мой внук умер спокойно, не мучаясь. Благодарю тебя, ведьмак. Надеюсь, этот эликсир поможет моему внуку упокоиться с миром. До свидания. Погоди, преподобный отказался мне помочь. Я его кольцо украла. Может, тебе пригодится. Абигайл продает отличные мази от нарывов.
замечательно. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся. Что ты один из этих городских бандитов. Приветствую тебя, странник. Первое доброе слово, которое я слышу в этих местах. Мне нравятся путешественники. Один из них осыпал меня цветами. Прекрасный подарок. Признаюсь, мое сердце дрогнуло, когда я первый раз тебя увидела. А я тебе нравлюсь? Давай отправимся в какое-нибудь более приятное местечко. Я с радостью расскажу тебе, насколько ты прекрасна. Спасибо. Красивые цветы. Хотя я предпочитаю тюльпаны. Они мне напоминают о чудесных днях. Где ты их видела последний раз? Цвели в одном саду в предместье. Этот мерзавец Микола опять со мной. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Надо бы корову подоить. Эта шлюха-ведьма на меня глаз положила. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Опять сосед всю ночь жену колосил. Раньше я чистил канализацию. Эта шлюха-ведьма на меня глаз положила. Оставь. Другое дело. А чё? О местных травах. Знаешь, ласточкино зелье. Из него делают отвар для промывания гнойных ран. Мне нечего больше сказать. Замечательно. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся. Держись подальше от этой ведьмы. Абигайл. Эта шлюха-ведьма на меня глаз положила. Замечательно. Точно говорю. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся. О-о-о. Я уж подумала, что ты один из этих городских бандитов. Этот мерзавец Микола опять свои руки распускал. Что за день?
спать или нет. Приветствую. Прощай. Да. У меня ноги болят. Службе. Из-за этой проклятой чумы. Да. Не могу добраться до города. Буду молиться в храме вечного огня. Ненавижу эту погоду. Черт, вместо того, чтобы купаться в деньгах в торговом квартале, я вынужден продавать свои товары. Черт!
Оставаться на чеку. Преподобный? Право. Чёртовы белки! Нападают на конвой, как во время войны! Ах!
Thank you.
Замечательно. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь... Thank you.
Чёртовы белки. Нападают на конвой, как лавина. Каролина умерла. Ее собаки сожрали. Чего ты? Оставаться на чеку. Не нужно спешить. Thank you.
сдохла. Надо больше экономить. Это не... Стоп. До встречи. Альбедо? Да, это выход. Я пробовал, но там уже боится. Чего тебе принести? Сейчас ничего. Но, может быть, ты не против присесть тут на минутку? Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. И, кроме того, я честная девушка. Ты имеешь в виду, что после работы уже не такая честная? Да как ты смеешь? Отвали! Доброго здоровья. Черт. Thank you.
Тяжело на проклятие в горле пересохло. Оставаться на чеку. Я теряю время.